наливай, а то не успеем. Да куда не успеем, Гриша? До Нового года еще... Дрянь, дрянь! Ты посмотри на себя, как! Ну, Тань, ну не это! Это Новый год, да? Это так ты о детях заботишься? Нам тут жрать нечего, а ты? Ну, Тань, ну зачем ты? Я зачем? Ты посмотри, посмотри, в чем твой сын ходит, посмотри, в чем я хожу. Дома жрать нечего, нечего, ты понимаешь? Я всем должна, стыдно соседям в глаза смотреть. А ты хоть думаешь о нас, хоть понимаешь все это ничтожество? Все, что дали, все пропил. Да там дали всего ничего. Они жмутся сейчас. Ну, Тань, ну это же, ну Новый год же. Дрянник, тряпка, слизняк. Зачем я только с тобой? За такое не грех еще раз. Ну, Тань, ну это... Товарищ полковник, здравия желаю. Тут столько народу набилось, что не пройти. Вы лучше через ресторан поднимитесь. Сразу на галерею попадете. Ух, крепкая. О, товарищ полковник, здрав желам. Тихо, начальство, за здоровье. Понял. А вот, кстати, давно я что-то Сашку не увидел с третьего. Помните? С ушами такими. Анекдоты еще всегда рассказывал бородатые. С ним случилось чего? Ну, можно и так сказать. На верхнем отделе. Работа хранить. Это что за работа? Склад, что ли, новый? Не, ну эти, на путях. Каких? Блин, ну эти, которые секретные. А, ну так бы сразу и сказал. Не разглашать, военная тайна. Враг не стоит на нам. Даже еще хуже родины слышит. С наступающим, Вячеслав Михайлович. С наступающим, Миш. Налить вам? Сегодня первое зачет заведения. Щедро, но нет, спасибо. Ну, как хотите. Смотри, выберемся на... Отсюда однажды, так? Не вечно же под землей сидеть, как кротам. И вот, прикинь, встретим армию. Но кто-то должен был же остаться. Не мы же одни. И они спрашивают, мол, кто такой, в каком звании, а ты, майор Быков. Ого, товарищ полковник, давайте с нами за Новый год. Здравия желаю, товарищ полковник. Присоединяйтесь. Нет, ребята, мне к сыну пора. Отдыхайте. С наступающим. Спасибо. Спасибо. И вас с наступающим. С наступающим, товарищ полковник. Ну да, я тебя обниму хоть. Ну что ты, люди кругом. Да ладно тебе. Ну что ты в самом деле? Да никто и не смотрит. Как же, не смотрит. Уймись, бешеный. Ну чего ты? Да я тихонько. Ну не спеши, потом. Ну когда? Потом. Ну, скоро. Вот после елки. Да ладно, да чего ты? Да подожди уже, бешеный. Ты что, до сих пор не оделась, что ли? Да ты
битый час уже собираешься. Как я тебя напугал? Не ожидал засады? Отличная маскировка, рядовой. А теперь доложите обстановку. Ой, товарищ полковник, задание по украшению станции почти выполнено. Осталось последнюю лампочку вкрутить. Вольно. Давай я помогу. С наступающим, пап. Я думал, ты не успеешь. На мой день рождения и на мамину годовщину опоздал. Прости. Я просто старался, чтобы таких годовщин у нас в метро было поменьше. Понимаешь? Понимаю. Вот и хорошо. Ну, включай. Задание выполнено. Отлично, рядовой. Спасибо. Папа, у меня для тебя подарок. Мне дядя Миша помог собрать. О, спасибо, сын. Кстати, о дяде Мише. После официальной части личному составу надлежит вымыть уши и явиться в расположение Михаила Петровича. Форма одежды парадная. Ура! Есть вымыть уши и форма одежды парадная, товарищ полковник. Ух, какую елку красивую сделали. Да, слушай. Дорогие жители Красного проспекта и гости с других станций. 2034 год подходит к концу. Год выдался непростой, но он еще больше сплотил нас вокруг общей цели. Благополучие всех, для кого тоннели метро стали домом. В Новый год мы все смотрим с ожиданием перемен к лучшему. И они обязательно произойдут благодаря нашим общим усилиям. От имени командования ОСКОМ я благодарю всех за отличную работу и поздравляю с Новым годом! 2035 годом! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1! С Новым годом! Ёптить! Ну вот, генератор, зараза, опять сдох! Кирилл, это Мельник. Проверка связи. Как слышишь? Прием. Слышу вас хорошо, полковник. Прием. Кирилл, я у торговых рядов. Где тут на сибирскую проход? По лестнице вниз. Там штаб оскома был. Еще там зеленку складывали, которую во время рейдов конфисковали. Конфискации, значит. Нашел. Спасибо, рядовой. Сдавайте излишки радиопротектора представителям законной власти. Помните, наш общий долг – объединить усилия для блага всех жителей метро. Интересно, что скажете? Помните, перераспределение радиопротектора. Разрешите, товарищ генерал? Слав, не поясничай. И так точно. Что там на сибирской вышло? Там закончили, вот изъято. Не густо получилось. Плохо, плохо дело. Пятно сплошное, километров 500 жарится. Да и потом неизвестно, сколько ехать. Твои ребята карт натащили, но чистых мест на них не видно. Были надежды на Байкал, но... Пока не нашли, там разгром полный. А насчет радиации... Фильтры на что? Главное, от пыли защититься. Фильтры.
Все вагоны фонят так, что без зеленки никакие фильтры не помогут. А еще дети, ты и сам не один едешь, а с сыном, так что знаешь, что детям больше надо. Понимаю. А хватит? На всех сразу нет. Сначала вывезем ценных специалистов, подготовим новый подвижной состав, и тогда уже остальных. Так что получается? Будем людей на сорта делить? Кого первыми вывозить? Ты кого же последними? Видишь, что на кону? Наши дети тоже, между прочим. О чем тут вообще говорить? Не ожидал, Слав, не ожидал. О Кирюхе своем вспомни. Я, кстати, не забыл. Поедете с ним в первом эшелоне. Так что не подведи меня. А сейчас не забивай себе голову, отдохни лучше. На проспекте твои ребята и сами управятся. Понял. Опять закурить тянет. Как ты будешь? Не откажусь. Угощайся. Давно хорошего курева не было. Ох, давно. Соскучился. На грязных станциях полно подрывных элементов, сам знаешь. 20 лет агитировали, мол, сбросим антинародный режим и заживем. А теперь, считай, дорвались. Именно. Когда станет ясно, что зеленка – все, а потом насчет эвакуации поползут слухи. А они поползут. Само собой. Еще и приврут, понятно. Что начальство хочет сбежать, бросить простых людей. Они такой шанс не упустят. Ну вот, сам все понимаешь. Будем поддерживать порядок, сколько сможем. Упаси нас Бог от настоящего мятежа. Но на Бога надейся, а сам чисти автомат. Готовься, Слав. Время будет сложное. Да, работенка нас ждет грязная. Но деваться некуда. Либо мы спасаем, кого сможем, либо хаос и всем крышка. Если придется стрелять, смотри на это как на войну живых с мертвецами. Каждый бунтовщик и есть такой мертвец, с собой в могилу тащит. Цинично. Зато правда. Но будем надеяться, что до этого не дойдет. Твои люди к такой работе готовы? Да, у меня случайных нет. Отсеялись все за 20 лет. А у других? В некоторых я не уверен. Сейчас будем их потихоньку рассредотачивать и разоружать. Рискуешь подлить масло в огонь. А что делать прикажешь, а? Тут куда ни кинь. Это да. Что-то... И правда, устал я. Пойду, если ты не против. Конечно. Отдыхай, пока есть такая возможность. Боюсь, не скоро она снова представится. Ислав, береги себя. А он тогда что? Ну, говорит, мы ваше положение понимаем, сотрудничество ваше высоко ценим. Не пойдет. Кругом радиация, ничего не подходит. Вернется, да еще с процентом, как в бумаге сказано. С намеком таким, что бумага, вот она, вот подписи, вот печати. Что еще тебе нужно? Ну а ты ему? Ну а что я? Ну да, все верно, товарищ генерал, спасибо, что приняли, что время уделили. Сами понимаете, все, что в трудах нажито, волнуемся. Он до дверей проводил, руку пожал. С уважением, в общем. Размазня! Что я тебе говорила? Чтоб на своем стоял! Этими бумажками лохи скоро будут стены обклеивать. Помяни мое слово. Надо было настоящий документ требовать, чтоб расписка от генерала самого. Дата, подпись. Ты же уважаемый человек, Яша! Как ты можешь такое терпеть? Да не было там другого варианта. Он сразу понять дал. Это же видно, как смотрит, как руку жмет. Если понятно, что нет, просить это только позориться. Это потому, Яша, что он видит, что ты слабак и прогнуться готов. А надо было на своем стоять. Так, ты сиди, теперь я пойду. Я с него все, что надо, получу. Вот увидишь.
Должен в этой семье кто-то с яйцами быть. Не позорь меня. Все уже обсудили, все решено. Все-таки мама моя точно про тебя говорила. Надо... Товарищ полковник. Ну что же это делаете? Товарищ полковник, ну хоть вы им скажите. Пожалуйста, товарищ полковник, скажите, чтобы начинали выдачу. Товарищ полковник, разрешите? Обращайтесь. Поступил сигнал об излишках. Обязаны реагировать. А он не открывает. Ясно. Идем. Только разобью сердечко твое чуткое. Не по этой я части. Заканчивай уже, сколько можно? Кончай выделываться. Про махинации твои... Что ты говоришь, полковник? Сюда! Пили тогда, как раз тут рядышком. Помнишь? Будешь стоять так, пока не... Конечно! О, Гриша молодой, тогда знаешь. Петрович, открой! Слава? Заходи. Спасибо. За мной. Михаил Петрович, вы знаете, зачем мы здесь. Предлагаю сдать излишки добровольно, иначе будут неприятности. Не могу. Ну не могу я, ты же знаешь, это для внучки. От себя ведь отрывал, по капельке копил. Ничего не могу сделать. Был сигнал об излишках, мы обязаны реагировать. Начинаем обыск. Проверьте там. Ну как же так можно? Я ведь зарплаты откладывал. Все, честно, знаю, заработал. Но порядок есть порядок. Есть, товарищ полковник. Нашел. Только не надо. Это разве излишки? Это для внучки. Понимаете? Ага, для внучки. На рынке, небось, спекулируешь. То, товарищ полковник, вы же знаете. Товарищ... Хватит. Мы излишки изымаем, а не последние. Товарищ полковник, мне же рапорт писать. Под мою ответственность. Отнесите в штаб и оформите как положено. Так точно. Прости. Я понимаю, выбора у тебя не было. Спасибо, что оставил немного. Это ты прости. Но насчет выбора все верно. Нет его ни у кого. Ну, пойду я. Спасибо. Не за что. Спасибо, Слава. Хватит мне голову морочить. Норма сдачи ваша точно посчитана, не с потолка взята. Тут не хватает. Доплачивайте. Ну, командир, ты сам... Ну, посуди, где я тебе зеленку возьму? Вы у народа, считай, все изъяли, торговля встала, а норма сдачи написана, как будто я тут магнат, процветаю. Вы меня тоже поймите, у меня написано, написано, значит, лейтенант, вы доположены. На заборе тоже написано, а того, что там написано, не поймется. Я же командиру и передаю. Добро пожаловать на проспект, прошу оставаться на местах. Товарищ сержант, нас ведь проверили. У нас там нет ничего. Вот ты вечно говоришь, что я зря ною, что все наладится. Что я сейчас и буду честно делить? А как же? Это они-то честно делить. Сами же идите в светлые стороны. Тихо. Вот где? Где? Где ты тут видишь светлые стороны? Говорил я, что этот день настанет, что зеленка кончится. Хоть кто-то слушал? Нет, смеялись все. Ну, смейтесь. Ну, в прошлый раз, когда с зеленкой перебой был, ты тоже кричал, что мы все умрем. Было? Все было. И в позапрошлый раз тоже панику разводил, чуть не кругами бегал. И 5 лет назад, помнишь? И каждый раз все решалось. Ну, был, ошибался, но в главном-то я прав. Вы же не думаете всерьез, что зеленка бесконечна, правда? Значит, когда-то выйдет вся... Вот увидишь. Ты с такими разговорами поосторожнее. Военное положение все-таки. Я вообще тебе так скажу.
Наверху люди не глупее тебя сидят. У них все спланировано. Так что выберемся, все хорошо будет. Вот увидишь. Видел? А то крыша протекла с грязной, небось. Или с депо. Думал, мы тут в зеленке купаемся, дебил. Ну как ты так можешь? Я еще и не так могу. Нечего к нам шваль всякую пускать и снабжать еще. Самим не хватает. Тише, тише, вы слышите. Ладно. Здравия желаю, товарищ полковник. Извините за беспорядок. Беженцы все время прибывают. На грязных станциях совсем плохо. Генерал пока приказал разместить здесь. Потом будем распределять дальше. Откройте, Оском! Ну, здравствуйте, рядовой. Ух, и устал я сегодня. Кирилл? Ха. Ну-ка, рядовой, рассказывай, что случилось. Ничего, не хочу я больше. Чего не хочешь? Быть рядовым. И в Оском я больше быть не хочу. Так, с этого места подробнее. Я на Сибирской был. Видел, как солдаты зеленку у людей отбирали. Один торговец кричал, что они права не имеют. Его побили, зеленку всю забрали и ушли. Ну, это уже ни в какие ворота. Я завтра узнаю, кто это сделал, и разберусь. Ты говорил, что Оском защищает людей, а вы у них зеленку забираете. Почему? Это сложно. С зеленкой трудно. Поэтому и приходится забирать у тех, у кого зеленки много, и раздавать тем, кому не хватает. Иначе богатые будут сидеть на своих запасах, а бедные умирать. Разве это будет справедливо? Нет. Конечно, нет. Несправедливо будет. Вот видишь, понятно, что те, у кого забирают, недовольны. Но так нужно, понимаешь? Ну, если бы у меня зеленку забирали, я бы тоже не радовался. Но теперь понимаю. Вот и хорошо. А эти солдаты вели себя неправильно. Я прослежу, чтобы их наказали. И они пойдут и извинятся. Правильно! Пусть извиняются! Вот и отлично. Кстати, о зеленке. Давай-ка, брат-храбрец, сделаем тебе укол. Давай. Готово. Кирилл, это Мельник. Как связь? Прием. Слышу вас, товарищ полковник. Небольшие помехи. Прием. У меня тоже. Я на Сибирской. Тут была последняя линия обороны. Прием. Да, я сам не видел. Мне папа рассказывал.
Пап, тебе точно надо идти? Ты же не отдохнул совсем. Мятежники наступают. Не до отдыха. Мятежники? Скажи, пап, если мы, Оском, защищаем людей, зачем им врать? Ого. Ты повзрослел, рядовой, а я и не заметил. Значит, поговорим как взрослые. Нужно ли говорить правду? Конечно. Но жизнь — сложная штука. В руках наших врагов правда может быть опасна. Нужно понимать, кому ее можно говорить, а кому нет. Командование видит картину целиком и поэтому может принимать решения. Иногда неприятные решения, но так нужно. Командование думает обо всех, а гражданские — только о себе. Поэтому правду, которая может их напугать, приходится скрывать. Но это для их же блага. Понимаю. Но все-таки страшно так думать. В жизни много страшного. Но я неплохо тебя воспитал. Ты сильный и храбрый. Справишься. Но мне пора. Иди домой, пока не вернусь, никуда не выходи и никого не впускай. Это приказ. Есть, товарищ полковник! Сержант, проводите. Есть. Пошли, Кирилл. Ладно. Удачи, папа. Тебе тоже, сынок.